Дорогие друзья, дорогие христиане, я не могу понять, почему среди нас есть так много разногласий, споры, ну, доходит до вообще каких-то даже во многих моментах не до хороших ситуаций. Какие-то споры, ругания, недопонимания. Но, дорогие братья и сестры, ну у нас же Библия одна, да? Почему как-то многие принимают, а многие не принимают опять что-то с Библии? Ну, например, написано же, что Господь пришел нас крестить Духом Святым и огнем. Крестить Духом Святым и огнем. Это знамение иных языков тоже, да, вот после, часто большинство все время, когда кто-то крестится Духом Святым огнем, они молятся иными языками. И это многие церкви, многие христиане не хотят как-то принимать. Почему? Это же так написано. Апостол Павел говорит, ревнуйте о дарах. 9 даров для нас. Ревнуйте о дарах тоже Божьих, да. И Дух Святой наделит по своему усмотрению. Ну, чтобы мариновать. И он говорит, хочу, чтобы все, желаю, чтобы все молились иными языками. Но еще больше пророчествовать, стремитесь к любви. А также Иисус Христос сказал, делайте мои дела, вы будете делать мои дела и даже больше сделаете. Но вы сами, дорогие братья и сестры, знаете, что Иисус Христос творил, какие чудеса. Конечно, и заповеди соблюдать, любить ближнего самого, как любить Бога, да, всем сердцем. Это, конечно, делать добрые дела, помогать. Ну, а также не убирать куда-то что-то от Библии, во что мы можем поверить, или во что как-то что мы принимаем, или не хотим, может быть, принимать, или как. Или мы полностью принимаем то, что нам Иисус сказал, как нам жить, или как-то, я не знаю, или мы горячие, или мы холодные, теплые как-то не идет, Иисус Христос сказал, а то извергну тебя, Он сказал. Поэтому это все для нас, эти дары. И молиться за больных, он говорит, уверовавших, видите, многие думают, что это для апостолов или что было, но он сказал, уверовавших буду сопровождать такие знамения. Вы будете возлагать руки на больных, они будут исцеляться, будете изгонять бесов, говорить будете новыми языками. Это Иисус прям сказал. А это все для нас, друзья. Давайте жить по Писанию, по Библии, так, как для нас это Господь задумал. Мир вам, друзья, я благословляю, стремитесь к дарам Божьим, стремитесь больше познавать Бога, и давайте будем брать все, что для нас Бог задумал во имя Иисуса Христа. Да пребудет в вас сила Божья и истина и мудрость от Бога во имя Иисуса Христа. Аминь. Все, пока, мир вам.